Да нет, я просто для себя, чтобы это... Еще раз хочу повторить, новый кадр включу, что читта нивритти рудха. Читта вритти нирудха. Читта вритти нирудха. 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 То есть это остановка колебаний ума. Это то, что нам дает успокоение, чистое восприятие, незамутненное с какими-то мыслями. За что мы и боремся. И в это время основном усиливается наше внимание. А, то есть наше внимание усилится, и как бы мы отдыхаем лучше, да, то есть получается. Это все даже, ну, можно сказать, что отдыхаем, это даже побочный. Побочный эффект, как бы, да. Это хорошо очень, это все очень так. Но это все побочный эффект именно заточки не очень. Хорошо, спасибо. А там какие-то тексты почитать, кундалини-йога, там вот говорили, вот это новая эра или что вот это на прошлом занятии были? Я не знаю, я читал только йога-сутры Патанджали и Бхагавад-гиту. А, ну вот это вот одно из последних два или три вот занятия было там йога новой эры или йога эры Водолей, что-то вот такое. Это Селищев то, что читал? Ну, я не знаю, вот там искали в интернете, что-то я вот не смотрели этот. Тоже по кундалини-йоге, я так понимаю. Это, по-моему, шла речь о вообще о текстах, которые в доступе, в переводах, я так помню. Но я это от Селищева слышал, не знаю, где вы слышали просто про это. А Селищев это кто в смысле? А это лектор тут есть, он... А, лектор. А этого как зовут, вот этого нашего? Фамилия его Леонтьев зовут, я забыл. Леонтьев, ага, понятно, хотя бы. Я вчера у него был.